Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой наши ежедневные награды. Перейдем сразу на задание. Так, открыть колоду. Само собой, бесплатно. И выпадает нам здесь Макмен. Так, точно. Так, что у нас тут? Это нам не нужно, испытания нам не нужны. Нам нужна, ребята, опять же, только лишь арена. Лига самураев, ранг 72. То есть меня сбросили, как вы понимаете, да? Вчера мы дошли до лиги сёгунов. Одна звезда, нам немножко не хватило до двух звезд, но ничего. Сегодня будем это дело исправлять. Так, уровень наших врагов, я смотрю, 46-43 уровень. Мне кажется, пока мы будем справляться своими силами. И я надеюсь, что у нас все получится без потерь. Так, вот они, ребята, спрятались в гараже. В каком-то, я не знаю, гараж, склад или как это назвать. В первую очередь вырубаем Пита. Само собой, нужно всех хилов, которые только есть. Или уничтожать, или вот так вот блокировать с помощью этого Леонардо. Так, сделаем торнадо. Угу. Дальше. Давай массовую атаку от нашего Донателло ролевого. Все, друзья мои. И знаешь, что, к чему я склоняюсь? Все-таки, наверное, следующий персонаж у меня будет именно Донателло ролевой прокачиваться. Если, конечно, я не забуду и не передумаю, или не найду кого-нибудь поинтереснее. Так, давай дальше. 15-19, отлично. Тут уже 47-48 уровень, так что сокращается у нас, короче, дистанция, да? Разница между нашими бойцами и, так скажем, противника. Ну ладно, ладно. Будем все равно, ребят, наказывать. Рафаэль плюс Майки. Так, Донателло тут у нас. Само собой, начинаем с массовых атак. Но по возможности нужно уничтожать Бакстера Муху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Караечка делает плевок, понижает мне атаку на Майки. Так, Муха тут выпендривается. Но у них, смотри, инициатива довольно неплохая была. Давай попробуем сделать на них дебаф. Ага, теперь делаем опять же массовую атаку Рафаэлем. Сразу минус двоечка и бросаем флакон. Я думаю, что остальные тоже сейчас упадут. Прекрасно, прекрасно. Вот пока Кейси Джонс здесь может, ребята, что-то противостоять. Когда противник там на 10-20 уровней ниже. Ну, а дальше, конечно же, он начинает сливаться. Причем сливаться по полной программе. Так, 15-19, и мы продолжаем, ребят, смотрим. Ну что, они уже дошли до полтинников. Видишь, да, Шреддер 50 уровня, так что... Так, что здесь нужно нам взять небольшой подкреп? В виде, например... Ну, например, можно взять Шреддера. Зачем именно Шреддер, ребят? Ну, во-первых, он уровнем выше намного, да? Массовых атак, ну, давай попробуем. Я думаю, что будет достаточно их. Окей. Так. Шреддер мне вражеский в ответку дает. Точно такой же удар. Так, нам надо, ребята, быть поаккуратнее. Вот этого надо вальнуть. Попробовать, по крайней мере. Ать, у меня не получилось. Ладно, я делаю хил. Теперь делает Кирби свой крик. Нормально. Двоих уронили. Добиваем Донателло. Следующий, значит, пойдет у нас, наверное, Шреддер. Потому что он может, ребята, хильнуть. И добиваем Макмана. Все. Тут у нас тоже прекрасно все вышло. Ну что же, продвигаемся дальше. И интересно, мы перейдем на следующий ранг или нет? О, да. Ну вот, друзья мои, мы вернулись в Лигу Сёгунов. Это уже хорошо. Дальше у нас, так, 15-19, может быть, дадут все-таки повыше мне что-нибудь. Там 15-20, нет? Такого счастья мне, наверное, не дадут. Хорошо, ребят, продолжаем. 51-50 уровень. То есть с каждым разом они повышаются в ранге. Слушай, мне скоро придется, наверное, брать одного из топового бойца. Только лишь для того, чтобы противостоять им. Иначе мы на равных мы их не сможем бомбануть. Так, давай-ка бурундучков вызывать. Блин, ну вообще топово. Я представляю, если его прокачать на сотку, да,
Если прокачать его на сотку и его суперудар прокачать на семерочку, это будет, наверное, вообще какой-нибудь зебестовский удар, потому что он и сейчас в данный момент вырубает некисло. Так, 74-я позиция. Ну, Лига Сегунов 2 звезды однозначно будет. Может быть, даже будет 3 звездочки. Там посмотрим, как пойдет у нас. Как мы ускоримся, как бустанемся. Так, пока 50-51, да? Опять же, ребята, берем кого-нибудь постарше. Потому что, ну, на равных. А мы почти на равных. Они уже имеют 50-51 уровень, а у нас 56 уровня. 6 левелов разрыв — это практически ни о чем, ребят. Это можно сказать, что мы приравнялись к ним по уровню. Все дело в... Опа-на. Опа-на. Вот это да. Вот это да, это получится, ребята, мы зря с вами сейчас сделали эту массовую атаку, потому что он взял и захилял. Ну, хотя бы понизили. Так, здесь... слушай, надо вот этого Майки как-то валить. Потому что если он сейчас еще сделает уклонение, пока он оглушен, этот ускоряет процесс. Так, все равно надо вырубать Микеланджело. Ой, ну да, Микеланджело. Так, сделаем массовую от Леонардо. Вообще ни о чем, ребят, вообще ни о чем. Так, этот уходит в инвиз. А видишь, противники ускоренные, поэтому очень быстро ребята ходят. Давай попробуем маузеров ушатать. А дальше, по идее, нам надо Мундагека, который бросает флакон. Блин, он нам меткость понизил. Меткость понизил. На майке он заблокировал все способности. Так, это нам не помешало уничтожить Микеланджело. Так, Рафаэль упадет. Мы промахиваемся, друзья. Мы промахиваемся, потому что у нас висит понижение меткости. Отлично. Благо у нас никто не упал, и мы с тобой смело дальше продвигаемся. Так, давай глянем. Думаю, полтишок возьмем, наверное, да? Ну, почти 51 ранг. Это тоже неплохой результат для нас. И уже 15-20. И сразу же, ребята, с 51 они на 55 уровень прыгнули. Возьмем Донни, возьмем, наверное, Паукуса. Раз, два, три. Ну что, Паукус у нас тоже имеет неплохую атаку. Он же, по-моему, делает слепоту. Ну как, понижение атаки он делает. Ну-ка, давай, родной, не подведи меня. Отлично, на всех, ребята, понизил он меткость. Так, здесь еще дебаф идет от Хана. И дальше Донателло вызывает свой астероид. Ну хотя бы двоечку уронили, уже неплохо. Добьем, интересно, спутником. По красоте. Ну что же, отлично. Идем очень даже неплохо. Давай-ка приступать к следующему поединку. Так, тридцатку дадите мне. 28. Замечательно. Так, 15-20 по-прежнему с тобой выбираем. Но здесь, ребята, уровень немножко у них как бы пошел в разлад. У них 50, от 53 до 56. Угу. А у меня до сих пор очень много 56-х уровней. Поэтому возьмем вот так вот, 56-х. И сверху мы добавим... Давай добавим, наверное, вот так вот, слэша. Опять же, с его массовой атакой. Я думаю, что будет довольно неплохой результат, если он сделает массовую атаку. Уронить, наверное, всех не уронит, конечно. Хотя хотелось бы. Но очень сильно побомбит по ним. Вот, я и говорил, что всех он не уронит, поэтому... А удивляться здесь нечему. Так, прекрасно. И сплинтер. Да ладно. Ну что это? Он, ребята, выше его на 2 уровня и ничего не смог сделать. Вот я об этом тебе и говорил, что если идти на равных, это просто будет труба полнейшая. Мы будем вечно то ли промахиваться, то ли еще что-нибудь делать. Так, ну что, Лига Сегунов уже, ребята, как говорится, в предвестии. То есть мы сейчас, после этого поединка, уже перейдем. Так, давай возьму я, наверное, здесь Змейка Вюна вместе с Крысиным Королем. Ну что зависает там, игра, хорош. Так, Алапекс, Лео и Шимпанзе.
Да-да, то самое шимпанзе, которого звать Роквелл. Ну что, поехали. Опять же, ребята, Леонардо здесь, которого нужно как можно быстрее убрать с поля боя. Это что за атака? Это что за атака сейчас такая была? Блин, он еще и усиливает, ну зашибись. Давай, Змейковьюн, понижаем атаку. Фигово, ты как-то понизил. Крыски, парочку, пожалуйста, уложите парочку. Вау, фига себе парочку, он просто всех. Молодец, я не ожидал. Я думал, все-таки он уронит там одного-двух. А мы тем временем переходим с тобой на Лигу Сёгунов. Две звездочки, ранг у нас 82-й. И это не предел на сегодня. Так, они дают мне 15-20. Я хочу, конечно же, получить 15-21. Ну, мало ли что я хочу. Дадут ли они мне? А пока, как мы видим, нифига. Не хотят, ребята, они мне ничего давать. Ладно. Возьмем тогда этот отряд. Здесь я возьму Леонардо, друзья, потому что тот Микеланджело противный. Тот самый, который делает хил, тот самый, который делает уклонение. Поэтому я думаю, что Леонардо с помощью своей вертушки сейчас все это дело подкорректирует. Давай попробуем. Прекрасно. Вот именно этого, ребят, я и добивался. Именно этого я и добивался. Так, давай далее идем. С 82 места мы переходим на 61. Что-то маловато как-то мы скаканули, если честно. Так, и... вот этих я возьму. Кстати, они почему-то, ребята, остановились на 56-м, 54-м уровне. Я не знаю, почему они дальше не продвигаются. Возможно, лишь из-за того, что мы с тобой не повышаем ранг. Это, скорее всего, в этом суть. Ну что, пиццелицы здесь у нас, как говорится, мощная самая единица. И, блин, я прям немножко сглупил. Ладно, бросаем эту штуку. Оу. А добить сможешь? Шредер, давай добей. Ты хахакаешь там? Есть, у него получилось. У него, друзья, получилось. Ну что же, этот бой довольно быстрый был. Опять же, пиццелица красавчик, конечно. Бомбанул свою плюху, и там сразу троечка улеглась. 40-я позиция. Так, 15-20 так и стоит. Блин, неужели не дадут мне? Давай 15-21, не хотят. Ладно. 56-55 ранг. Как он был, так и остался. Возьму я здесь Армагона тогда. Возьмем Армагона. Раз, два, три, четыре. Мы только-только вот добрались, ребята, до 60-х. А у них 56-54. То есть 60-ники приравниваются вот к его рангу. Поэтому здесь мне и нужен был Армагон, чтобы, как говорится, вырубить их сразу же всех. Да. Все получилось, и мы... и мы идем дальше. Так, 20-е. 19-е. Прекрасно. Дальше мы... да что ты будешь делать-то? Давайте мне это, ну... вот. Вот, наконец-то. И сразу же, друзья мои, с 55-х, 56-х они прыгают на 62-й, 63-й ранг. То есть мгновенный, ребят, скачок. Поэтому здесь я возьму... возьму наших маузеров и отыгрываем уже вот этих вот слабачей. Потом уже идут чисто 70-ники. Там уже будет немножко попроще нам. Так, маузеры, я думаю, что у вас должно получиться хотя бы большинство уложить, а может даже всех. Что? Ну что это? Ну что за подлагивание начинается, а? Ну серьезно. Причем в таких моментах просто элементарных. Ну что у нас тут получается? Да, ребята, мы переходим с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. Позиция у нас 96-я, и мы продолжаем. Это не конец, но уже близко к концу. Ребята, я не знаю, сможем ли мы перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Вряд ли, мне кажется, вряд ли мы сможем. Мы попытаемся, конечно, но...
Но не получится. Нам нужно там как минимум 5 поединков, а у нас, по-моему, ну так, если посмотреть, 3 или 4 поединка, это максимум, что у нас осталось на запас. Никаких уклоняшек я здесь не буду, потому что уровень у нас достаточно хороший. Я смогу этим охламонам противостоять. Давай, Донни, жги. Ну вот об этом я и говорил, что эти ребята просто знают свое дело, и переживать там лишний раз просто незачем. Семидесятник? Нет, нет, друзья мои. 76-й, то есть мало-мало теперь мы получаем кубков, и, соответственно, медленнее у нас идет проходка. Ну, давай тогда возьмем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Так, у него 61 уровень, 58-й. Ну, в основном полтинники, да? 56-й, 58-й, 1-61 уровень. Но я думаю, что здесь мы выстоим. Так, Карайка бросает кунаи. Неплохо. Плюс вторая Карайка у нас, змея, делает крик души. И думаю, что Бакстер... Угу. Так и получилось. То, что подумал, то и сделал Бакстер. Он просто уничтожил их всех. И спепелил этой своей супер-имбовой волной. Так, 57-е, да? Ну, я так и думал, ребята, мы, наверное, не дойдем сегодня до Лиги Мастеров, хотя... Нет, не дойдем, скорее всего. Даже шансов нет, потому что у нас, ну, сам видишь, персонажи почти все, почти закончились. Этот поединок и еще один следующий остается. Хотя... А что хотя? Откаты я тратить не буду, просто не имею смысла тратить. Зачем? Рафаэль сразу, ребята, упал почему-то. Бонус снят, бонус снят. Вот мне нравится, что Махмат снимает бонусы. То есть он все вот эти бафы, которые там висят или висели бы, Махман их просто снимает. Я, правда, не знаю, он снимает только хорошие или дебафы он тоже снимает. Так, ну давай вот этих вот возьмем. 61-63 ранг. Раз, два, три, четыре, пять. А что, Шреддер у меня остается один, что ли? Ну что, Шреддера одного отыграть, я не знаю, получится ли у меня. Если взять, правда, минимальный уровень у противников, то, наверное, можно будет такое дело прокрутить. Ну, ты сам понимаешь, там один кубок, это всего лишь одна ступенька на проходе. Будет ли нам это интересно? Ну, наверное, будет. Как говорится, тут все способы хороши. Все способы хороши, так что... Давай его отыграем. Так, мы переходим на 18-ю позицию, друзья. На 18-ю позицию и... Так, кого тут взять было бы попроще? Наверное, вот этого. Сейчас посмотрим, как у нас Супер Шреддер справится с компашкой с этой. Тут я специально, ребята, сделал, чтобы они не взяли хила. Оу, красавчик. А знаешь, почему так получилось? Потому что на всех висел постепенный урон. И, соответственно, они упали. Одну ступеньку нам сейчас дадут. С 18-й мы перейдем на 17-ю. А, нас две дали. Ну, хотя бы так. Ну что, друзья мои, давайте тогда сделаем... Пройдем все наши эти испытания, события и тому подобное. Так, вот этого берем. Лео, например, будет с нами. Так, Зек нам не нужен. Так, 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 и вот так. Вот такая у нас пойдет команда. Команда неплохая, друзья мои. Леонардо и Макман много стоит по боевой силе, я имею в виду. Поэтому да, давай так ушатаем. Так, паукус. Давай тройным укусом его попробуем сейчас прищучить. Прекрасно. Вырубаем Маузера. Ага. Не так-то прост этот мелкий Маузер. Здесь. Ага, прекрасно. Так, ну что, делаем массовую атаку именно лучом.
Ну, давай так сделаем. И вертушка, я думаю, вертушка добьет. Наверное, Макман может быть устоит, но вряд ли. Нет, устоял. Ну, Рафаэль у нас, так как он, ребята, имеет очень офигенную инициативу, поэтому он за один поединок может 2 и 3 раза сходить. В то время как остальные все только лишь по одному разику. Так, забираем здесь награды. И пойдем теперь прокачивать кунаичи. У нас 22 тысячи мутагена, соответственно, на 5 лицев не хватит, по-моему. Да, тут нужно 26, ладно, ладно. Где кунаичи? Вот она. Мы можем ей поднять уровень. Мы можем ей поднять уровень и начать искать. Короче, 4 вот эти вот шляпы с напитками нужно найти. Одна есть. Одну шляпу мы нашли. Так, вторая. Третья. Четвертая. Все, по шляпам отыграли. Дальше. 8 пленок с катушкой нужно. Да ну хорош, я же знаю, что пленки с катушкой должны легко находиться, блин. Что вы в самом деле-то? Так, только лишь 2 нашли. 3 4 5 6. А нам нужно 8, да? Да, нам нужно 8. 6 есть, еще 2 надо. Пицца, ребят, пицца заканчивается. Ну давай хотя бы последнюю-то, ну. А, все, ребят, одной пиццы не хватило. Одной всего лишь пиццы мне не хватило, чтобы получить. Ну. И забираем наши остальные, ребят, награды. Так, ну, по-моему, все, ребята. Больше нам здесь делать нечего. На испытания я не пойду, потому что нет смысла туда идти. У нас все сделано. Да, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.